Все вокруг спрашивали, вернулся ли я. А у меня не было четкого ответа. А теперь да. Кажется, я вернулся. Так что или отдай мне своего сына, или умрешь в мучениях рядом с ним. Думаю, что каждый должен заботиться о себе. Правда? И как долго? И сколько будет крови? Убьешь Сантина, каморы и правления кланов придут за тобой. Если я убью Сантина, придут за мной. Для тебя есть работка. Мог бы позвонить. Я хочу предложить тебе ее с глазу на глаз. Учитывая то, что для тебя это может оказаться делом личным. Убьешь Джона Уика за 2 миллиона долларов? Босс 429. 70-го? 69-го. А-а-а. Красивая тачка. Сколько? О чем вы? Сколько за тачку хочешь? Она не продается. У всего, сука, есть своя цена. А у этой, сука, нет. Блин. Кого он из себя строит, а? Паршиво выглядишь. Выгляжу как пенсионер. Пенсионер? Ты сам-то в это веришь? Ты жил другой жизнью. И ты к ней вернешься. Пора ехать домой. Ты со всеми женщинами так обращаешься? Ты не женщина. Поверь мне. Гарри, не так ли? Хочешь заработать не одну золотую монету? Что за фигня, Джон? Ты же любишь эту тачку. Что скажешь? Ну, движок почти развалился. Искореженная ходовая. Кардан еле дышит. И не знаю, заметил ли ты, у тебя лобовое треснуло. Хочешь знать, что я скажу? Я все починю. Не платишь по векселю, умрешь. Убил держателя, тоже умрешь. Убежишь, умрешь. Ты принял эти правила, Джонатан. Выполни, что он скажет, и... свобода. Вы к нам на 2 дня? Как дела пойдут? Может и дольше. Конечно, сэр. Когда в отеле сделали ремонт? Около 4 лет назад. Но я могу уверить вас, он не сильно изменился. Хозяин тот же? Хозяин тот же. 8:18. И как всегда, очень приятно, что вы снова с нами, мистер Уик. Но не забывай, если бы я не помог тогда, в ночь твоей невыполнимой миссии, то ты бы здесь не сидел сейчас. Все это благодаря мне. Это мое отчасти. Ты убил мою подопечную. И мы с ней были близки. Око за око, Джан. Иначе я не могу. Сантино займет мое место в правлении кланов. Подомнет весь Нью-Йорк. И ты преподнесешь ему это на блюдечке. Ты предоставил мне выбор, Джон. Выхватить ствол, стрельнуть тебе в спину и сдохнуть, или покрепче передавить шею и выжить. Ну и вот, как видишь, я выжил. С тех пор ко мне невозможно подкрасться. Спасибо, Джон. Я все вижу и все знаю.